Ограничения повлияли, так как у меня возраст пенсионный, то мои увлечения – это культурно-массовые мероприятия, и так как они резко сократились, то это, конечно, для меня большой недостаток. Но на меня никак не повлияло. А вы вакцинировались? Первая уже есть, 25-го следующая. Есть ли какие-то проблемы с посещением транспорта, торговых центров? Нет, я просто уже в таком возрасте, что вот по месту хожу, все. Ну, сильно не повлияли, надо соблюдать правила элементарные, и все. Например, просили ли у вас сертификат, когда вы заходите в торговый центр или в транспорт? Ни разу не просили, но сертификат с собой таскаю. Столкнулась с ограничениями, если нет сертификата. Я заходила в магазин, не обслуживает. И сейчас было в Ясно, тоже нужен сертификат о вакцинации. Или же ПЦР-тест 72 часа, или же справочку о том, что вы недавно переболели. Ограничения должны быть. Ну, может быть, не такие серьезно сильные. Может быть. Мой сертификат, который я сделала, просили на границе. Меня просили сертификат в другой стране, где я находилась. Я ездила в гости к своей дочери. И проблем с этим не было. Поэтому, если есть сертификат, можно нормально путешествовать. Ну, лично на меня повлияло то, что в магазины не пускают, пока нету прививки. А вы не вакцинировались? Пока нет, ну как бы буду вакцинироваться. Но я в декрете просто, у меня ребенок маленький.